Добрый день. Начинаем нижнюю часть делать. Начинаем с дна. Будем вклеивать фанеру сверху, чтобы ровненько было. Будем двигаться дальше. Дно такое получилось. Это задняя стенка. Так же само фрезеруем под четверку фанеры фрезой на 5. Ну, такая фреза с двумя подшипниками. Ну, я ее на паркет брал и делал с нее паркет. Это надо отдельно видео показать про паркет. Как ее можно проще делать и стоит. Так же само фрезеруем тут. Так же само, две ламели, а фанера посередине. Вот надо вытаскивать стамеской. Так, я филенки клею. Я не знаю, что там по науке. Мне все равно. Я их клеил 20-30 лет назад и буду клеить, сколько буду делать мебель. Именно
то есть причина. Что-то по науке, что их не клеят, пусть не клеят, а я клею. Так, сейчас соедините все. Я чухаюсь, оно засыхает. Уже не поворотливый. Стареем. Вообще забыл. Вот это такая задняя стенка получилась. А что филенки клеим? Хоть с фанеры, хоть с дерева. Проходит лет 15, и все оно начинает тарахтеть. Дерево усыхает, какое бы оно ни было. Клеенная филенка за 30 лет, ни одна дверка не тарахтит. И ничего с ней не случилось. Ну, клея больше потратил. Вот, чтоб зарезать посередине. Вот так. Поперек. Ну, фрезером же никак не станешь. Ну, нам надо посередине, чтоб для направляющих. Это же задняя стенка. Ну, я делаю так. Разметил. Размечаю по этому ж. Положил. Вот. Где серединка? Разметил. А теперь вот такой направляющий по всем, чтоб одинаково было. На фрезере, где прорезает, тут середина прореза. Вот, чтоб она была по карандашу. Еще раз проверим на всякий случай. Идет. Где карандашом, где серединка. Что у нас получилось? И как раз вот так.
соответствовать, ну да, этой. Один в один. Нету. Сейчас позарезать углы и можно складывать. Пупелик, конечно, оно хуже чуть-чуть рвет. А тут же я ж показывал, как зарезать, тут ничего сложного нет. Отсюда, тут, сюда пометки. Уже в каждом видео это показывалось. А посередине режу так. А теперь, чтобы вот эту, которую мы будем прикреплять поперек для направляющих внутри, чтобы ее разметить. Также не получится. Вот где у нас были прорези, помещаем. Я одну уже прорезал. Теперь выставляем, чтобы у нас в нижнюю, тут вот, я ее прорезал. Теперь надо выставить на верхнюю. Зажимаем и опять проверяем. Попадает, ну, стрелка. Вставляем на третью. Вот это тут у Макиты немножко не доделано. Зажал, иногда оно криво встает, надо отпустить, опять зажать не по уму. Сделали это, ну, зажал уже. Оно ушло с того места. Нету точности. Не нравится мне это. Звездка причем. Вот это ж плохо, когда то выставил один раз и пошел кругом резать. Оно везде одинаково будет. Если вот так играться. Жесткой фиксации нет. Это иногда мне достает фрезер. Совпадает. Ящики тут же тоже будут ящики. Ну, великоваты. Внизу направляющие. Ну, плоховато будет. Надо, чтобы не посередине, а чуть-чуть смещаю вниз. Вот они будут где-то в этом положении. Задняя наша стенка станет вот так. И направляющие. Вот тут будет. Позарезать надо. Тут, тут. Будем завтра клеить. Начинаем склеивать, ну, как обычно, задние стенки. Так же самое, где
Перемычки у нас по две штуки, а посередине по одной. То, что здесь и тут сделать тоже по две. Ах ты. Мы такое не упхнем. Не тяжело будет. Ящики, ну, почти на всей мебели, они все такой конструкции. Я их наловчился так делать. По-другому навряд ли буду делать, потому что все мало. Так, и чтоб не шаталась эта стенка, 90 градусов было. Чтоб прогиба не было тут. Ну, пока боковинки сделали в виде подпорок. Можно бы их было сразу приклеить. Ну, струбцин полтора метровых одна осталась. А на боковинки надо 8. Не хватит. Высохнет, будем двигаться дальше. Это ж где мы зарезали. Вот оно вот так станет. На три штучки. То, что тут все-таки ответственная часть. Это тоже на три. Это верхняя. Нижнюю можно и срастить, остались от нее, скажем, нагрузки. Она никакой не несет, а бы шов закрыла и края фанеры. Это станет так. А, нет, во, это наша станет тут, а это станет так. Для направляющих, для ящиков, где будут прикручиваться направляющие. А тут верх один. Ну все сразу склеить. Нет. Постепенно надо. Добрый день. Вот это такой каркас. Пока не склеил. Кое-что. Это покажу. Чтоб направляющие внутри стали без всякой мороки, планочки. Приклеить. И потом направляющие ровненько поставил. И он уже никуда не денется. Легче так. И второе. Вот это место. Вот наша стойка. Если три штучки ставим мы сюда. То надо вынимать только шестамиска. То вот эти две никак
Как выйти из положения? Ну, закрепить. На нутроли не играет, но все равно надо закрепить. Значит, с фанерой вырезаем, как ламели, прорезаем полностью на всю длину. И когда закрепили низ, это убить, вот как тут. Высохнет обрезать. Лучше это с фанеры делать. То, что ламелия хоть и наискось, если нарезать, то забивать будем, лопнет. Фанера и то по концам он немножко трескается. Это забьется на всю длину. И будет и тут закреплено с двух сторон. А тут же, как тут, три штучки сюда и три штучки сюда. Вот это поставили. Если вот первую собрал целиком, ну сверху две вместе, ну тяжело было вот эту прижимать нижнюю. Вчера клеил нижнюю, а сегодня уже вот так, потому что вместе, ну, проблематично получилось. А так будет лучше. Ну, все, выставить маэстро. Вниз зажали. Ну, когда оно прижмется, что ровненько станет, сейчас эта часть на перекос, эту забить, а потом обрежется пилочкой и зачистить. И потом же верх зарезать.